Друзья, хочу очень важную вещь сказать. Мухоморы – это, конечно, все хорошо. Но я заметил, что многие люди... Я, наверное, сам это в какой-то момент, да, ну, недолгий период, потому что я всего лишь третий месяц занимаюсь мухоморами, да. То есть какой-то момент мухомор становится для тебя как бы главной такой вещью, да. Но вы должны, именно вот в этот момент, когда я был под мухомором, я понял, что самое важное в этой жизни именно жизнь. И важней этой жизни нету. Да, важна эта жизнь в осознанности и в пробуждении. Это очень важно, наиважнейшая вещь. Но очень важно просто жить. Просто жить в этой жизни. Ты этой жизнью должен наслаждаться. Но наслаждаться не так, что ты живешь как и... как имбецил, да? То есть ты живешь, уничтожая свое тело, уничтожая себя, все вокруг. Ты должен жить качественно, питаться правильно, заботиться о своем теле. О теле очень нужно хорошо заботиться. Это наш вот этот скафандр, костюм, который нам дали. Ни хера ты его не взял, тебе дали поносить. Когда ты с мухомором выходишь, ты понимаешь, что он не твое. Вот это тело, оно не твое. Тебе его дали погонять. Будь благоразумен и будь вежлив. Ну, может быть, не с кем, а будь, как сказать, будь благодарен, что тебе дали это тело. Возможно, твое тело, может быть, хуже было бы или еще что-то. В этом теле ты можешь себя осознать и пробудиться. Ты можешь просветления достичь в этом теле. Это же неимоверный, просто неимоверный подъем. И ты можешь стать просто, блин, мухомором, сука. Если ты погрузишься очень глубоко вот в это, вот, знаешь, мухоморы, псилоцибиновые грибы, блин, всю эту херню, ты понимаешь? Если ты в это погрузишься, ты, сука, станешь мухомором, блин. Мухомор – это инструмент. Все остальное – это тоже инструменты, это не жизнь. То есть мустимол всего лишь убирает твои шоры на глазах, да? И тебя просто выводят в другие измерения, в другие пространства. Соединяют тебя с богами, соединяют еще с кем-то. Тебя просто выводят. То, чего ты и так должен уметь и это делать, понимаешь? Но ты начинаешь жить мухомором. Нет, мухомор – это не жизнь. Мухомор – это инструмент. Но ведь наш ум – это тоже инструмент. И мы им пользуемся, должны пользоваться как калькулятором. Посчитал и забыл про него. А он тебя порабощает и начинает, сука, пиздеть и командовать тобой. То же самое получается и с мухомором. Когда ты его воспринимаешь, что это как твоя жизнь, понимаешь? Что ты можешь только там жить. Нет, твоя жизнь заканчивается. Ты жить должен здесь. Мухомор тебе просто помогает убрать твои затыки. Помогает тебе направить, выбрать направление, еще что-то. Но это делать зачастую не на мухомор. Мухомор просто тебе портал открывает. И все. Не будь мухомором. Он тебе нужен только для открытия портала. Для устранения сущностей. Для устранения затыка всяких. Для устранения
детских травм, еще что-то. То есть убрать все лишнее. Вот он для чего нужен. Только для этого. Не забывай. Самое главное в этой жизни – жизнь. Жизнь в осознанности. Просто в осознанности. Вот они через твои глаза. Вот через твои глаза на тебя смотрит тот, кто смотрит через эти глаза. И ты должен осознать вот этого смотрящего. Да, это сложно. И поэтому мы используем мухомор. Именно поэтому. Потому что мы не можем это сделать. Мы настолько засрали свою голову. Настолько... мы не сами засрали. Нас система засрала. Нас все засрало. Родители и все такое. И наши прошлые жизни, они тоже на это все влияют. То есть, ты должен здесь быть. И ты, когда ты живешь, именно здесь ты существуешь. Неважно, компьютерная игра, в игре ты, в матрице, это неважно. Когда ты в матрице себя осознаешь, и ты пробужден, ты живешь. Даже в компьютерной игре ты тоже живешь. Вы видели компьютерную игру новую запустили, Матрица? Герои, эти NPC себя в игре осознают. Это искусственный интеллект, они уже себя осознают. И они уже могут развиваться внутри игры. Они опыт внутри игры приобретают, внутри игре. То есть это уже следующий уровень игры. До нашей, то есть после нашего, следующий уровень. И тоже кто-то вот взял вот так вот игру, создал. Боги создали игру «Земля». Я видел, как эта игра выглядит. Я не хотел в эту игру возвращаться. Мне показали эту игру «Земля». Я очень не хотел возвращаться. Я залазил в это тело, как в скафандр. Гидроскафандр. Ужас. И что мне сказали? Я говорю, как теперь жить-то после того, что я увидел-то? Вселенные-то эти, вселенные пространства. Как после этого жить? Вот так вот жить будем. Ничего, ты привыкнешь, говорит. Привыкнешь. И продолжаем игру. Продолжаем эту игру. И ты живешь именно тогда, когда ты в эту игру играешь осознанно. Именно осознанно. Ты должен осознанно играть в эту игру. И мухомор – это всего лишь инструмент. И айваска, и все эти растения-учителя – это инструмент. И пьет в Кастанеде – это все инструменты. А люди начинают, и рапе, сука, и хуете, и всякую наркоту, и пошла, и табак, и залупа всякая, и наркота. Короче, все в подряд. Нет. Эту жизнь нужно прожить качественно. Очень качественно. О теле нужно заботиться, его нужно леять и холить. Заниматься спортом. Кушать чистую пищу. Тело не должно страдать. Оно должно быть здоровым. Не заблуждайтесь, что его надо в кайфе, утопить. Нет. А в мухоморе нет кайфа. Но ты можешь зацепиться за эти ощущения, за эти качели. Тебе не нужны эти качели. Осознал себя. Пробудился, встретился с богами и начинай жить начинай, сразу начинай. Вот сразу осознался, сразу пробудился. И когда ты увидишь вот эти затыки, сразу начинай жить. Ты должен начинать жить прям немедленно, сразу же. Выгребай свой дом от мусора, выгребай
мусор из своей головы. Наводи порядок с работой, наводи порядок в семье, везде наводи порядок. И начинай жить, жить в этой жизни. Понимаешь? Ты человек. Ты только тогда человек, когда ты осознаешь себя. Настоящий человек. Будь им. Живи, по-настоящему живи. Наслаждайся этой жизнью, прям вот кайфуй от нее. Но качественно кайфуй. Качественно. Грибы, например, тот же мухомор, он подсказывает, как тебе надо питаться, что тебе надо кушать. Не становись просто тупым потребителем мухомора. Ты можешь стать просто тупым потребителем мухомора. Ты станешь, блин, этим мухомором. Да, они волшебные, они классные. Но это инструмент, ребята, инструмент. А жизни в них нету. Жизнь здесь, в твоем осознанном теле, в твоей осознанной жизни. Если ты еще в этой жизни пробудишься, просветлеешь, это же волшебно, волшебно. Вот так вот, ребята. Все. Кидайте мне донаты, кто может. Реквизиты все внизу. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии, я отвечаю на все. Давайте, мои хорошие. Живите. Живите полноценной жизнью. Осознанной жизнью. Пробуждайтесь. Но запомни, жизнь твоя начинается только после того, как ты осознаешь себя и осознанно начинаешь жить. Но не в мухоморе. Ее там нету. Она здесь, потому что ты уже в этом теле, и ты в эту же игру играешь. Давай, мой хороший, все пока.